отвечу. Можно? Вот. Ну, вы смотрите на меня тогда. Да, да, давай. Вот, расскажите, что произошло в 4 утра. Ну, это было не в 4, да? Это было... 5:15, вот так где-то, да. Вот это был налет. Ну, это был, да, такой небольшой авианалет с точным бомбардированием. Но, слава богу, сейчас у меня есть возможность опровергнуть все вымыслы, домыслы и слухи о том, что наше подразделение уничтожено. Как говорит украинская СМИ, самая крупная пророссийская, и даже больше того, назвали нас российским подразделением, крупнейшим российским подразделением военным. Якобы мы уничтожены все, и была информация, что сейчас подсчитываются жертвы. На самом деле жертв нет, все живы, здоровы. А учитывая то, что нас украинская СМИ похоронила, значит, жить мы будем долго. И встретимся с товарищем Аваковым в Киеве. Понятно. А, ну, там, как это называется, была пулеметная очередь или это были ракеты? Ну, это были кассетный сброс, точечный кассетный сброс именно на штаб и на оружейный склад. Откуда вот такая точная информация, как поняли, что штаб это штаб, а не, допустим, здание столовой? Ну, учитывая то, что мы уже там давно, по всей видимости, были срисованы все здания, все как положено, нанесены на карты, ну, может быть, даже и маячки были, потому что такая точность бывает только при использовании маячков. А сейчас весь личный состав переехал уже в другое место, секретное? Сейчас личный состав в полном составе и здравии находится в другом лагере запасном. Ну, то есть все хорошо. Потихонечку продвигаемся. Все, спасибо. А народовластие все-таки будет. И кредиты мы отменим.